Всем привет! Сегодня я вам покажу, как я редактирую проблемную кожу у малышей. Вот у нас малыш. Я создаю дополнительный слой и максимально приближаю проблемную зону. Выбираем с вами Spot Healing Brush. У нее следующие настройки. Угол 45 градусов, округлость 85%. Размер кисти мы выбираем с вами в зависимости от той зоны, какую мы с вами будем корректировать. Я работаю с помощью пера, и поэтому немножко получается быстрее, чем работа мышью. Я сейчас буду это корректировать. Те зоны, которые немножко не удастся скорректировать данным инструментом, мы с вами продолжим корректировать в дальнейшем. Я тоже покажу как. Данная работа занимает некоторое время, но все-таки она довольно-таки быстро происходит. Если надо отменить какое-то действие, мы нажимаем Ctrl-Z. Так мы с вами проходим по всем зонам, где есть проблемные участки. Такие бросинки я тоже обычно стараюсь убрать. Не так много, но все же тоже стоит почистить. Прежде чем делать какую-то арт-обработку, надо сначала почистить кожу малышу, чтобы фотография была подготовлена к дальнейшей обработке. То есть так можно чистить кожу не только у малыша, но и, например, на семейных портретах, то есть и взрослым.
если есть необходимость. Вам это с вами почистим все. Лечащей кистью я покажу, как я работаю дальше. Вот эти вот штучки тоже лучше маскировать. Ну, уже почти все мы почистили. Чуть-чуть еще осталось. Так, и здесь. Где у нас неровный цвет, например, покраснение на коже есть, то мы сейчас на это внимание не обращаем, мы сейчас убираем только вот шероховатости и акне. Причем малышу на фото не так много денечков, ему около 10 дней, но его уже так обильно обсыпало акне. На эти покраснения мы пока внимания не обращаем, мы их уберем в дальнейшей обработке. Наша задача убрать вот такие штучки. Так. Здесь, в принципе, все. Проверяем все кожные покровы. Так, здесь крупновато.
получилась примерно вот такая ситуация. Смотрите. До, после, до, после. Так, сейчас я сделаю снимок этого, чтобы у нас оно было в памяти. Солью слои. Дам новый слой. И сейчас мы с вами меняем наш инструмент на заплатку. H-Tool. И когда мы работаем с заплаткой, мы можем выделять более большие зоны и перетягивать их вот таким образом, выбирая тот участок, который будет максимально похож по цвету и по оттенку той зоны, которую мы хотим откорректировать. Я довольно-таки часто пользуюсь данным инструментом. Тоже нам помогает. Вот совсем вот такие пупырышки, да, которые, ну, просто так кожа наша, я их не убираю полностью, потому что тогда теряется структура кожи, если их убирать. Такие ворсиночки тоже обычно заплатку убираю. На кожных покровах нам вот самое важное убрать полосочки, а к цвету мы с вами приведем другим инструментом. Где мы? Если у нас не помогает нам наша с вами заплатка, то я могу использовать инструмент заплатку. Сейчас мы с вами убираем просто эти полосочки. Цвет мы придадим нужный позже. И вот здесь зоны еще на щечке. В принципе, вот так я это оставляю. Единственное, меня смущают вот эти вот крупные ворсинки. Я опять возьму лечащую кисточку. Вот так по ним пройдусь. Которые максимально близко у лица, чтобы они нас не отвлекали.
Здесь еще немножко уберем. Выпуклости. И, в принципе, уже будет неплохо смотреться. Так, посмотрите. Это то, что мы убрали с вами сладкое уже. Это было изначально. Это после Feeling Brush, это после Patch Tool. Вот. Что еще можно здесь сделать? Мы с вами опять сливаем слои. Берем новый слой. И он у нас будет в режиме наложения Color. Цвет. И вот где у нас, например, покраснение, или синеватый оттенок кожи, или зеленка на коже. То есть все убирается по этому принципу. Мы с вами берем мягкую кисть небольшую. И нажимая клавишу Alt, у нас появляется пипетка. И рядом с этим участком кожи, например, где красный цвет, есть оттенок кожи, который приближен к натуральному. Мы туда тыкаем пипеткой и скрашиваем те участки, какие нам не нравятся по цвету. То есть он может стать зеленым оттенком, синеватым. То есть это не страшно. Мы его чуть позже отрегулируем. Вот, кстати, не увидела волосинку на пальчике. Ее тоже сейчас заретушируем. Вот. И слоя мы выбираем прозрачность. Чтобы эту красноту снять, я в районе 30-40 примерно это все ставлю. Так. Сейчас мы с вами берем ворсинку. Вот эту маленькую. То есть это можно тоже с вкладочкой. Опять мы эти слои с вами сольем. Новый слой. Он опять будет в режиме Color. И по щечкам, и по пальчикам мы снова пройдем кисточкой. Видите, цвет уж меняется, он такой серо. То есть мы не трогаем губы, мы не трогаем глазки максимально, которые близко у нас к ресничкам. Вот. Здесь даже меньше 30-20 нужно ставить. То есть у нас было так все красненькое, и мы чуть-чуть сняли эту красноту. Примерно вот так. Надеюсь, вам был полезен данный урок. Единственное, чтобы я еще немножко до наложения всяких оттенков, я бы еще исправила положение малыша. То есть мы создаем новый слой, нажимаем Ctrl-T. Так, новый слой и Ctrl-T. Зажимаем Shift. И немножко кадрируем. Если отмена действия, то мы Ctrl-Z нажимаем. Так. Примерно вот так я это вижу. Делаем так. Вот у нас изначальный кадр. Вот так мы его привели. Дальше уже будет немножко художественной обработки.
Всем спасибо. Надеюсь, вам было полезно.